7 апреля свой 95-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны Ислам Харпатович Хакунов. 95 лет – это не просто очередной юбилей, это очередной этап прожитой жизни. С этой знаменательной датой его поздравили глава Кашхабльского района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, председатель районного совета ветеранов Ахмед Худ, начальник управления пенсионного фонда по Кашхабльскому району Аслан Ашев, начальник управления труда и социальной защиты населения Рамазан Агиржаноков, глава Дмитриевского сельского поселения Руслан Тутаришев, которые пожелали юбиляру крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручили ему подарок, также персональное поздравление от президента Российской Федерации. Ислам Харпатович испытал на себе все тяготы военного лихолетия. После войны несколько десятилетий проработал бригадиром комплексной колхозной бригады, удостоен звания ветеран труда. Хочется еще раз поздравить ветерана еще с одним прекрасным годом, пожелать большой и долгой жизни, крепкого здоровья и долголетия.